выяснила девушка, как оставаться частью природы, даже в ритме мегаполиса. Открывайте скорее. Привет, это наша любимая минеральная косметика Экомейк. Бережем природу. Эта коробка сделана из картона, ее можно использовать повторно или сделать переработку. Все о новинках и бестселлерах акции, а также уроки макияжа на сайте ecomake.com. Сканируй QR-код вне коробки. Я вообще думала, может просто вскрыть это. Но говорю в итоге еще и тихим голосом. А вторая у нас скин пробиотик. Внутри мы собрали все, что ты чтобы ты почувствовала нашу заботу о твоей коже. Скин пробиотик. Косметика, которая работает. Я кое-что заказала. Оно долго шло, как и предыдущее. Мне уже пришло другое. Ну ничего, это тоже будет про запасик. Это что-то типа между тихим голосом и недошепотом. Я думаю, тут не надо уже вот это. Сейчас я сфоткаю тут для истории. Лаковая пудра для умывания. 2-3 применения. Лаванда. Питание и восстановление 50 мл. Камейк. В декабре прошлого года рожденный. Свеженький. Сделан, кстати, в Челябинске. 12 месяцев срок годности. 6 после вскрытия. Лаковое для умывания, глубокое очищение, 90 грамм. А я уж подумала, надо вот эту положить. Думаю, может я что-то не то поняла, когда заказала. Это в октябре 23 года создано. 12 месяцев после вскрытия, 24 месяца срок годности. Состав: овсяная пудра, гречневая пудра, рисовая пудра, глина белая. Экстракт душицы, экстракт лаванды, экстракт мяты. Обалдеть. Я что-то думала, что там какая-нибудь файда будет. Алюминиевая баночка. Не буду сейчас скрывать, а то буду первым вскрытием. Я сначала это зафоткаю, а потом уже открою. Тут такая.
такая же по составу будет. Вот, тут немножко другая. Овсяная пудра, гречневая пудра, рисовая пудра, белая глина, листья мяты, земляники, соцветия лаванды. То бишь тут, мне что-то на сайте показалось, у них только одна пудра, а тут, оказывается, их две. Одна голубая, другая зеленая. Лезет. Теперь у меня две зеленых коробочки. Сыворотка с ирландским мхом, исландским точнее мхом, убирает красноту и воспаление. Они у себя ее в Инстаграм как-то сильно рекламили, эту сыворотку. У меня еще есть добротника с предыдущего заказа, я их еще даже не попробовала. Скиньте, сыворотка с пробиотиками и гиалуроновой кислотой. Вот у меня с первого заказа как раз она есть. Может, мне этот пробник кому-нибудь задарить, потому что саму сыворотку я использую сейчас. Скин пробиотик. Сделан с любовью. Крем для глаз, работа и результат. Маленький. 6 месяцев после вскрытия. До марта 25 года. 15 миллилитров. Не буду пока скрывать, потому что я сейчас использую немножко другой крем от белорусской компании Selfie Lab. Плюс у меня еще и матовский крем есть китайский с роликами. Вот. Три полных формата, три пробника. Наверное, коротенький такой СМР будет.